Открытый город – проект, в котором каждый житель муниципалитета имеет возможность непосредственно обратиться с вопросом к представителям органов власти, высказать свое мнение и быть услышанным благодаря заполненным анкетам и личным встречам. Открытость и прозрачность деятельности органов местного самоуправления, поддержка различных форм гражданского участия – это позиция администрации города Чебоксары, нашедшая свое воплощение в проекте «Открытый город». В рамках данного проекта в администрации Калининского района проходит анкетирование, главная задача которого – узнать мнение горожан о работе органов местного самоуправления. Теперь очередей за оказанием различных услуг в госучреждениях намного меньше. Например, на прием в отдел охраны детства за 2 дня могут попасть от 60 до 70 человек. Все приходящие на прием могут оставить свое мнение в анонимной анкете. После того, как мы принимаем граждан, мы даем анкету. Анкета анонимная, они в коридоре у нас заполняют анкету. Там есть поставленные вопросы, сколько раз они приходят в отдел за получением той или иной услуги. В первый или раз или неоднократно приходят. Сколько минут они ждали в очереди, вопрос. Удовлетворены вообще нашей работой. И, естественно, в конце пожелания для сотрудников. Анкеты всех посетителей обрабатываются. Как отмечают сотрудники отдела, письменные жалобы недовольных обслуживанием в администрацию не поступали. Анастасия Лангина, Евгений Анисимов, Республика.